Всем привет! С вами студия «Ты шеф». И сегодня мы с вами разберемся, как же правильно чистить креветки. А именно, как легко и просто удалить кишечник, сохранив при этом ее внешний вид. Итак, для примера мы взяли креветки 21-25. Первым делом оторвите голову, если же, конечно, она вам не нужна. Затем снимите панцирь со стороны лапок. И если же вы хотите оставить для красоты хвост, тогда просто оставьте нетронутой последнюю фалангу панциря креветки. Тогда хвост будет держаться. Теперь нам нужно удалить кишечник креветки, который идет вдоль верхней спинки. Именно в нем хранится весь песок, грязь и все, что может повлиять на вкус нашего блюда. И для этого нам потребуется всего лишь зубочистка. Просто слегка подденьте кишечник посередине или ближе к хвосту, и он легко вытаскивается. Посмотрите это еще раз. Насколько все просто. Поддеваем и вытаскиваем. И для этого вам даже не придется пользоваться ножом или ножницами, ведь это портит внешний вид вашего блюда. Пользуйтесь на здоровье. До встречи!